Друзья, привет! Приехали с вами в Костко. Сейчас не видно, потому что мешает машина. Вон кусочек крыши видно, Костко. Значит, сегодня мы идем, делаем покупки в Костко на месяц. Смотрим, что мы берем, смотрим, есть ли новинки. И самое главное, сколько нам это будет стоить. Значит, как всегда, проделаны специальные проходы, по которым ты продвигаешься, берешь коляску, которая продезинфицирована, и заходишь. Слава Богу, в отличие от предыдущих раз, очереди нету. Мы просто берем коляску и проходим. Спокойно. Очереди успокоились, люди успокоились, но состояние масок осталось прежним. Я в маске, из маски не пускают. А сейчас я пришла в Снаки, посмотрю, что-нибудь, может, новенькое и интересненькое есть. Вот это какие-то прикольные вещи, но опять-таки все полезное. Блин, оно так дорого почему-то стоит. Супер Снак. Или нас какие-то интересные. С розовой, значит, гималайской солью. Без сахара. Какой-то такой орех. Я даже не знаю. Спрутед and roasted филинат. Я не знаю, что такое пили. Филинат. Интересно. Вот такой какой-то интересный орех. Ну, стоит, ребятки, $22. И здесь всего лишь. Ой, здесь очень мало грамм. 336 грамм. Это какой-то бар у нас. Какие-то все новые орехи для нас раскрывают. Этот по 16, этот подешевле. Тоже количество. Это какой-то вот такой орех. Африканское что-то. Видите, Африка. South Africa. То есть что-то с Южной Африки. Какой-то такой у них есть орех, который, видите, с файберами идет. И тоже с розовой солью, видимо, он пожаренный в розовой соли. А это тоже африканское? Нет, а это филиппинское. Какой-то филиппинский, видите, филиппины. Филиппинский какой-то. Какая-то штука. Вот. Не, ну нам это не подходит. Идем дальше. Смотрим вкусняшки дальше. Кстати, очень интересная штука. Milk thistle. Milk thistle – это силимарин, травка, которая помогает, да, для работы печени. Я ее принимаю в порошке, вот тут она в капсулах. $20 она стоит, 240 миллиграмм. То есть можно было бы… То есть она не полная. Видимо, здесь что-то есть дополнительное. 60% только силимарина, то есть 40% еще чего-то другого здесь есть. Интересно, как они это представляют. Ой, как они это представляют. Help Protect Deliver. Вот. Видите, то есть помогает защитить печень. Вот. Оно не защищает, оно просто помогает лучшей работе. Так что вот рекомендовано. Я пью. Я, конечно, не знаю, изнутри посмотреть свои органы, насколько оно помогает, но мне кажется, что помогает. То есть такая популярная вещь. Вот. Вам на заметочку. Hair regrowth 2%. 2% чего? Того, что они вырастут заново. Какой-то продукт только для мужчин. То есть там внутри, я понимаю, две упаковки. Две по 60 миллилитров. Видимо, какие-то... Оно запечатано, не могу открыть. Видимо, какие-то... такие капсулы, потому что 60 миллилитров это да, не так много. For men only, только для мужчин. Вот показывает, что было так, становится вот так. If your degree of hair loss is more than shown, then product may not work. Ага. Ага.
То есть должна быть еще определенный уровень. Понятно. Ну, вы знаете, что продукты, в принципе, если началось облысение, никакой продукт не поможет, кроме пересадки волос. Но часто вот эти все ампулы, они разработаны на том, что там есть соединение специальных силиконов и масел, которые делают разогревающий эффект и помогают таким образом к вот этим вот баллам, такие вот как луковицы, да, к луковице подать питание крови, то есть как разогревающий эффект, кровь начинает прибывать больше, и как бы получается больше питания для волос. И типа как они, ну, начинают более активно расти. Ну, вы можете это сделать без... То есть, если у вас есть определенная уже потеря, то там вам ничего не поможет волос. Но я всегда рекомендую, просто расчесывайте волосы массажными щетками, расчесывайте мужчины волосы. Мужчины не расчесываются. Начинайте расчесываться, и тогда вы сможете приостановить облысение ранее. Вот то, что вам хотела сказать. Так, идем в продукты. Как раз порошок и освежитель для белья. И вот они по скидке Cold Water. Сейчас вместо 18.15. И вот на $2 дешевле освежитель. Поэтому мы берем этот освежитель. Он, кстати, у меня очень часто дома, потому что он часто по скидке. И вот такой вот порошок, мамочки. Тяжело. Так, кладем. Мать моя женщина, какое тяжелое. Вот он. Два красавца. Здесь у нас написано... так, здесь 9 литров, друзья мои. 9 литров. На самом деле это классная цена, ребята. Может быть, мне даже взять 2? Так, ребята, я думаю, что не буду я брать 2. Хапать всегда можно найти скидку, но это супер цена. Я довольна. Лето возьму деткам немножко сладких снаков. Оно просто... Я в свое время это брала. Здесь вроде как все типа без добавления сахара. Овощные штуки. Если вдруг куда-то будем выезжать. Ну и вообще удобно раздавать сладость. Вот сейчас скидка на штанники. Вот такие. Спортивные, они достаточно теплые. Я их возьму. 10 вместо 15. Берем. Берем. Помните перчики, которые я брала? Я их беру опять. Они себя хорошо зарекомендовали. Мы их очень хорошо съели. 5,99. Боже мой, я не могу поверить, что я вижу. 450 грамм Instant East. Берем. Берем. Берем дрожжики. Наконец-то они появились. Я их так долго ждала. Кстати, я взяла орешки. Орешки. Приправы, я думаю, я брать не буду никакие. Так, у меня вроде все, все есть. Любимые штуки, они вообще не бывают по скидке, по скидке. Вот так, берем. Возьму впервые Apple Souls. Здесь 6 штук по 650 миллилитров. Канадское производство, без добавления сахара. Будем использовать вместо варенья. Сейчас все равно детки летом дома. Ну, они вообще дома с марта, да? Ну, просто... Дело в том, что какая-то выпечка, можно использовать в выпечке и вместо варенья. Лучше вот такой вот яблочный пюре. Так. А ну эти сырочки 40 штук сейчас по 9,99. Нет, я не буду брать этот. Я лучше возьму вот этот марбл. Моя мать, моя женщина, это ж надо достать. Так, раз, и вот один здесь лежал. 2 сыра мне нужно. Так, джамбо сосиски берем. Сосиски в доме с детьми лишними не бывают, как мы знаем. Ой, двойная пачка, я их люблю. Они нежненькие. Их и на огонь можно, и на какой-то в омлет на завтрак. Да,
Так, кофе пока нам не нужно, но нам нужна каша. Она сегодня по скидке, идем ее искать. Вот она кашка, сегодня по 7,99 вместо 9,99. 2 доллара скидка. Берем 3 упаковки, снимать не буду, потому что нужны 2 руки. Все, каша уже внизу коляски. Здесь есть эгролы за 10,99. Я решила посмотреть. Значит, они у нас со свининой, со свиным фаршем. Мне важно посмотреть, готовые они уже или их надо еще будет жарить. Давайте посмотрим, как нам их тут предлагают. Ну, так. Preparation instruction. Deep fry, microwave, convenient. Так. Remove 4 from carton. Heat 19-20 минут. Turn product over. Так, они не готовые. Нет, не хочу. Я не хочу. Я думала, что их можно только греть. А их надо еще как бы... Они такие полуготовые. Which is good for us. Но... Так, я тут все уронила, что можно было. Так, Пого. А, Пого здесь должно быть, извините. Так. Нет, это нам не подходит. Идем смотреть дальше. Нам здесь нужна будет сметаночка, кстати. Посмотрим. Я все люблю какие-то полуфабрикатики пробовать, конечно. Потому что сейчас, когда нас парикмахеров вернули на работу, дети дома, муж работает дома, все дома. Конечно, у меня времени очень мало остается для готовки. Поэтому я бы, конечно, попробовала какие-то полуфабрикатики. Но что-то как-то мне здесь ничего не припадает к моему глазу. Боже, я уже в этой маске еле дышу, если честно. Так. Что это такое? Киро, сиро, мясо какое-то. Что это? Authentic Greek wrap. А, это тоже завертыши какие-то. А, 6 порций. Не. Спасибо, ребята, спасибо. А это Steam Dumplings. Не, ну если бы я пошла сейчас в буфет кушать, я бы, конечно, это, наверное, попробовала. Но так что-то мне как-то аж живот сводит, когда я думаю о том, что это будет много теста. У меня же это в желудке что-то не очень хорошо сегодня, не знаю, покалывает. Так, мид лазанья. 2 штуки по 1,5 килограмма, 17 долларов. Лазанья — это нужная вещь иметь у себя дома. Я, кстати, их лазанью пробовала не раз. Косковскую. И она, эта штука нас сейчас выручает. Вот мы вчера поехали на пляж, а вечером приехали, у нас была лазанья в морозилочке. И мы ее разогрели. Так выглядит, как будто я сейчас сама себя упрашиваю купить эту лазанью. Вот здесь 2 упаковки. Такая лазанья, это, конечно, на 2 раза. То есть, например, ты делаешь одну коробку, нам ее на 2 раза. 3 килограмма. Возьмем, я думаю. Максимум, если я передумаю, возьму какое-то мясо другое, то я тогда ее выложу. Так, пиццу я не беру. Пиццу я делаю сама. Пошли дальше. Ну что, друзья, уже стала довольно такой хорошей традицией брать вот эту красную рыбешечку. А что там мне подсказывает, что вроде она подорожала. Но я ее беру. Детки обожают. Мы обожаем. Очень-очень даже неплохо. Очень даже неплохо. Так, берем рыбешку. Так, ну и посмотрим, может быть, здесь будет еще что-то в этом отделе, что я захочу взять с полуфабрикатиков. Вот еще хэддок филе неплохое, 1,2 кг. А здесь сколько этого? Этого 1,130 кг. Ну, почти в одну цену они идут. Но получается, что хэддок я его могу только тушить. В духовке он такой... Тоже вареный получается. А вот еще Wild Alaskan соль. Вот это тоже стоит. Это тоже соль такая. Ее тоже, мне кажется, можно в духовочке, хотя аляскинская какая-то. Safe handling instruction. Это тоже можно жарить.
даже не знаю. Не, не буду брать соль. Дети не любят белую рыбу. Только для себя брать кощунство, когда надо кормить еще детей. Так, Атлантик кот. Атлантическая треска. 900 грамм, $23. Прикольно. Знать, что она есть, но тоже брать не буду. Так, смотрю дальше. Беру Chicken Stripes какие-то новенькие. Так, возьмем одну упаковочку, да. Возьмем. Есть. Мороженые фрукты. Летом хорошо. Во-первых, мы вечером с Костей любим пару кусочков так себе взять, охладиться. Плюс очень хорошо в смузи, который мы тоже регулярно делаем. Кстати, мне надо не забыть сегодня взять еще молоко здесь, потому что я в прошлый раз не взяла. Молоко дешевле получается на пару центов все равно, чем нофрилс я беру. Так, овощи мне не нужны. У меня есть еще там этот микс. Или, может быть, я возьму вот эти вот Принц Эдвард Family Tradition. Да, наверное, их возьму. Вот еще возьму вот это. Фасолька с морковкой. Хороший гарнир. Моя абсолютная находка. Типа Flavored Straws, 40 штук, 7,97. Нам с Украины бабушка присылала такие палочки внутри с разными наполнителями. Ты вставляешь в молочко, пьешь, и у тебя получается молоко со вкусом. Так вот, я думаю, боже мой, у нас в Канаде такого нету, я такого не видела. Вот, пожалуйста, 100% compostable. Так, то есть все, как говорится, соответствует зеленой атмосфере Канады. Конечно, здесь есть разное-разное, но здесь 40 штучек, 4 вкуса. А какие вкусы, где они написаны? Я это возьму по-любому. Это прикольная штука. Во-первых, для того, чтобы показать, что здесь такое есть. А во-вторых, попробовать. Я не могу понять. Продуктов Индия, друзья, это индийская. Индийская сахара, 2 штуки в одной палке. Ну, не так страшно. Sugarcane, sugar corn, tapioca stretch, какао паудер, natural flavors. А где какие flavors? Я не понимаю, какие flavors? Где они написаны? Какие здесь есть flavors? Ну, по всей видимости, sweetened sugarcane and earth. Ну, наверное, клубничный, шоколадный какой-то, молочный. Короче, я возьму. Прикольно. Мне это прикольно, это, что я это нашла. Класс. Что мне радует больше всего, что нету очереди в молочный отдел. Так, мне нужны яйца. 6,29. Берем яйца. И мне нужно молоко. Так, сначала отнесем яйца, потом возьмем молоко. Ой, боже мой, нету людей в очереди за яйцами. Какая прелесть. Вот, люди есть, но они не в очереди. Так, и берем молочко. Молочко берем 3,5%. Я беру, стараюсь, самое жирное, которое есть. Даже оно не 3, 3,25%. И цены нету, но я знаю, что оно стоит дешевле. Тут цены сверху 4,45. Это одна skim milk. 2%. Ну, все по 4,45 здесь. По 4,45. А в этом я беру, по-моему, по 4,75. Что-то такое. Так. Все. Молоко взяли. Сметанку взяли. Яйца взяли. Может, еще нам повезет с творожком сегодня. Возьмем еще, может быть, даже творожок. Так, ну здесь всякие вкусняшки, всякие напитки разные. Ну, как-то так, все. Идем дальше. Так, беру творожок $10.
Стой. Так, сыры я взяла. Сыры я взяла. Так, все, молочное взяла, то, что я хотела. Ну что, сейчас передвигаемся к основному. Уже коляска полная, а мяса здесь еще нету ни одного кусочка. Передвигаемся в мясо. Так, брусин сегодня по скидке я беру. Это великолепнейший продукт. Это типа фета, типа, да? То есть брынзы наши, очень мягкий, вкусный продукт. И когда он по скидке, я его обязательно беру. Так, беру говяжий фарш. Тут у нас 2 килограмма фарша. Берем фарш. Так, берем также четвертушки куриные. Здесь у нас получается килограмм $6. Здесь почти 3 килограмма. 2 854 на $17. Так, здесь есть такая примесь в небольшой упаковке, я хочу взять. Здесь меньше килограмма на 8,60. I-round oven roast. Это очень нежное мясо. Его запекают обычно в духовке, но я его сделаю, стушу с большим количеством картошки, слоями. Такое блюдо тоже на Востоке готовят. Я, наверное, это все мясо выкладывается на дно кастрюли с большим количеством лука, моркови, да, все это нарезано, как вы любите, ну, желательно большими кусками, потому что это должно тушиться много часов. Сверху выкладывается картофель, либо прямо целой картошкой почищенной, либо разрезаете ее напополам, то есть большими кусками. И вот тушите вместе, ну, естественно, там с водичкой, с приправами. 2 часа где-то тушите. Боже мой, это очень вкусно, я это возьму. Берем. Так, я взяла еще 2 свинины. Они по скидке сейчас вместо 40 вернулась обычная цена. Я сейчас его вяленым еще научилась, то есть не научилась, видела, как делают. Хочу его сделать вяленым, поэтому мне нужно много. Это прям сегодня буду готовить, ну и курицу, ну, в общем, это на месяц. Короче, я думаю, на месяц более чем достаточно. Единственное, что я не могу обойтись без свиного фарша. Беру еще свиной фарш, сейчас упакую его в пакетик. Ну, я не брала никакой выпечки у них. Вот сейчас у них банана пекан лов. Возьмем 6,99. Возьмем сладушку. Так, возьму грибочки. Дальше мне нужен салат. Салат, а где салат? Салат, салат, салат. Шпинат у меня дома еще есть, что-то он в последнее время у меня медленно идет. А вот мой салат. Листья салата. Так. И я беру сельдерей. Очень люблю косковский сельдерей. Он такой у них сладенький. Да. Выходим, закладываем. Божечки, божечки, вот это я набрала сегодня. Так, поехали, 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 поехали. Хочу взять арбуз $10, они огромные просто вообще. Сейчас буду выбирать. Ну что, мы на кассе. Обратите внимание, уже стоит очередь, чтобы зайти. То есть я пришла вовремя, вон там очередь уже стоит. Ну что, дорогие мои друзья, не такая уже удивительная для нас на сегодняшние дни сумма в $435. Но я вам хочу сказать, это не просто покупка продуктов с большим количеством мяса, порошка, который мы берем, да, не каждый день, каких-то таких вещей. Ой, арбузик просто прелесть. Надеюсь, он такой же вкусный, как он выглядит. Ну и еще одежда. Я себе похвастаюсь вам. Купила такую кофточку, она с коротким рукавом. Я не люблю с коротким рукавом, но понятно, хочется спрятать руки, но она вот такая, ткань у нее приятная. Знаете, вот сейчас тут мне нравится, что есть картинка, можно вам показать, как это выглядит. Вот такая она, немножечко с удлиненным таким задним хвостом, и спереди она вот такая вот идет на перекрест, $18. Но я ее буду носить, знаете как? Вот с такой накидкой.
Она такая легкая, ее можно даже на пляж, знаете, такая прозрачная аж прямо. Вот сзади она выглядит так, спереди так, за $16. Вот такой вот фасон. И она прозрачная, невесомая, легкая. Вот, ее можно, в принципе, любую вещь с коротким рукавом, сверху такую накидочку, в общем, такой летний вариант, вот такой себе наборчик взяла. Вот, потом поменяла штаны в конце с тех вот на такие. Вот, видите, с такой прозрачной ножкой. У меня такого плана есть тоже, они по $20. И сейчас была по скидке за $6. Я не знаю, или Кости будет, или Идо, у них уже очень много похожих вещей. Вместо 9 баксов была за 6,99. Вот такая просто футболочка. Мальчик симпатяга. Но мои мальчики ничем не хуже. Посмотрим, на ком она лучше будет сидеть. Тот ее и получит. Ну вот, в общем-то, и все. Так что взяла вот я штанишки, футболочки, кофточки. Еще в дополнение. Так что все, будем собираться. Ну что, дорогие друзья, вот и подошла к концу наша сегодняшняя закупочка. На месяц мы все загрузили, будем выезжать. А вам я желаю здоровья, как никогда актуально. Берегите себя, да, носите маски, мойте хорошо руки. Не болейте, оставайтесь на канале, пишите комментарии и делитесь с вашими друзьями, кому это может быть интересно. Ну, а также родными, конечно. Была рада быть опять с вами. Обнимаю. Всем привет. Это был канал «По будням с Инной». Пока-пока.